Сегодня Кыргызстан отмечает 29-ю годовщину независимости. По этому случаю на площади Алато состоялось мероприятие с участием президента. На празднование Дня независимости помимо официальных лиц были приглашены врачи и волонтеры, дети, которые отдали деньги из копилки на борьбу с коронавирусом, а также сотрудники правоохранительных органов и все, кто был задействован в борьбе с эпидемией. С учетом текущей эпидемиологической ситуации оно прошло в онлайн-формате и транслировалось на республиканских телеканалах. Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником. Глава государства отметил, что независимость – это наша самая священная ценность и наивысшая гордость. Наша независимость – это священное наследие, переданное нам предками, которые веками сражались, отдавали свои жизни и проливали кровь за нее. Наша свобода – это чувство, живущее в глубине сердца каждого из нас. Наследие, которое мы, получая от старших поколений, передаем будущим. Священный долг каждого из нас – защищать независимость государства, единство народа, целостность нашей земли. В этом году 29-ю годовщину независимости мы отмечаем во время глобальной пандемии. В силу обстоятельств запланированные торжественные мероприятия не состоялись. Но независимость – это праздник в сердце каждого из нас, свободных людей, живущих в свободном государстве. Мы с таким чувством гордости отмечаем День независимости нашей страны, подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.